Я хочу обратиться ко всем жителям Тюменской области. У нас начинается пожароопасный период, очень теплые положительные температуры. Я знаю, что мы все любим природу, но, к сожалению, не всегда правильно себя ведем на природе. Оставляем, бросаем окурки, не убираем за собой мусор. Естественно, бывают случаи, когда не гасим костры, поэтому обращаюсь, чтобы в данной ситуации, когда мы посещаем леса, чтобы мы вели себя правильно, потому что тот ущерб, который мы можем нанести лесам, он может исчисляться миллионами рублей. Но не все можно исчислить только деньгами, потому что лес – это то богатство, которое есть у нас, и мы, естественно, его должны беречь. Очень часто у нас происходят случаи на наших приусадебных участках, опять же, из хороших соображений мы наводим там порядок, но вместо того, чтобы отнести мусор на свалку, мы пытаемся уничтожить его с помощью костра. Такие случаи тоже нечасто приводили к тому, что уничтожалось огромное количество имущества и даже были человеческие жертвы. Поэтому я обращаюсь ко всем тюменцам, давайте будем беречь друг друга, давайте будем беречь лес, давайте будем с огнем относиться очень осторожно и аккуратно. В этом году очень теплая погода, и все это будет способствовать как раз тому, чтобы такие ситуации, не очень приятные для всех нас, возникали достаточно часто. Поэтому давайте будем бдительны и относиться с особым уважением к окружающим.